Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим овсяное печенье. Для него нам понадобится овсяные хлопья 200 грамм, яйцо куриное 1 штука, сливочное масло 100 грамм, 1 столовая ложка какао, горсть изюма, горсть грецких орехов. По желанию вы можете добавить 1 пакетик ванилина. Для начала залейте водой изюм на 10-15 минут. Измельчите грецкие орехи любым для себя удобным способом. Размягченное масло разомните вилкой. Добавьте к нему 1 куриное яйцо и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья. Добавьте 1 столовую ложку какао. Тщательно все перемешайте. Добавьте в тесто грецкие орехи и изюм. И все очень тщательно перемешайте. Тесто должно получиться плотным и слегка липким. Сформируйте шарики либо лепешки. У меня получились лепешки. Сформированное печенье выложите в форму для запекания. Отправьте запекаться печенье на 10-15 минут в разогретую духовку до 180 градусов. Вот и все, наше печенье готово. Налейте себе чашку чая, либо, как я, стакан кефира и попробуйте печенье. Печенье должно быть слегка влажным внутри. Подписывайтесь, друзья, на мой канал и жмите на колокольчик под видео. Также посетите мой блог. Ссылочка в описании. А на сегодня все. Пока!